Угрожающий вид у этих облаков на снимке, сэр. Такие могут порождать торнадо. Верный глаз, браво. Дасти возвращался на базу, но принял сигнал СОС. Я слышал, на кривые лопасти и раньше налетали вихри. Да, время от времени. Но на этот раз ситуация была критическая. Тревога! На помощь! У меня вырвались на волю тракторы, и мне их не спастись ни на те. Ты поможешь мне, Дасти? Конечно, Пит. Эти торнадо невелики. Что-нибудь да придумай. Слушай, прихватил бы ты на всякий мой механизаторский магнит. Я его где-то снаружи оставил. Должен пригодиться. Спасибо, Пит. Еще как. Теперь можно ловить тракторы и отправлять в безопасное место. Отлично, Дасти. Я забыл закрыть дверь в тракторный хлеб, и у меня весь мой транспорт разъехался, включая племенную Бетти. У-ху! Молодец, Дасти. Нашелся один из моих тракторов. Теперь укрой бедолагу от непогоды. Все понял, Пит. Получите, распишитесь. Да, такой сервис у них, наверное, не каждый день. Так держать, сынок. Ты меня выручаешь. Теперь укрой его от ненастья. Еще один доставлен в целости. Молодцом! Получите, распишитесь. Да, такой сервис у них, наверное, не каждый день. Вот ты где! Я от беспокойства чуть капот не потерял. Дасти, ты уж переправь мою любимицу в безопасное местечко. Бетти целёхонька! Не знаю, как тебя и благодарить, Дасти. Пит, непогода усиливается. Похоже, теперь в опасности весь городок. Погоди-ка, Дасти. Тут, наверное, поможет мое новое изобретение. Отправляйте на аэродром, возьми там торнадобойку. Что-что взять? Торнадобойку. Это такой специальный лазер, который разогревает воронку торнадо и разрушает вихревой поток за счет уменьшения градиента. Нашлась. Теперь проверим, чего ты стоишь. Я так понял, нужно просто стрелять по торнадо, только бы подействовало. Попал! Нельзя терять время. Я покажу этим вихрем.
с торнадо, пока они все вокруг не уничтожили. Ты победил, Данди! Век будем перед тобой в долгу! О чем ты, Пит? Чего не сделаешь для друзей? Главное, все целы и справны. Братцы, я вымотался! Помогите мне приземлиться! Не волнуйся, Данди, тут за нами дело не станет. Справился. Если бы Дастин не остался помогать Питу с тракторами, торнадо-бойка была бы утрачена, и городку не было бы спасения. Дасти проявил стойкость. Многим нашим курсантам есть чему поучиться у этого самолета.